Три часа рабочего дня пляж Еловского пруда полон отдыхающих людей. О плохих характеристиках воды горожане знают, но отказываются от купания далеко не все. Нашли какую-то то ли кишечную палочку, то ли какую-то инфекцию и запретили купаться. Но здесь запрещающихся этих нету табличек. Поэтому люди, наверное, и купаются, поэтому это не запрещено. А сами в воду пойдете? Нет. Нет. Не купаемся здесь. Только загораем. Это вот после вот этого сообщения не купайтесь, загорайте, либо вообще здесь не купаетесь? Купались в прошлый раз. Купались в прошлый раз, но было написано, что разрешено. Не знаю ничего. Пришли, купаемся, все. Однако опасаться стоило бы. По данным мониторинга ангарского отдела Роспотребнадзора, окунаться в водоем небезопасно. Результаты последней экспертизы неутешительные. Пробы воды, увы, не соответствуют нормам. В 3,4 раза превышают норматив. Обнаружены термотолерантные калиформные бактерии, которые характеризуются недавно фекальное загрязнение. Это может быть связано и с таянием снега, и это может быть также связано с массовым выходом населения, да, на водоем. Все отдыхают, за собой не убирают, ну и, соответственно, загрязнение. Вода на анализ была взята еще 7 июня. Экспертиза потребовала времени. Обнаруженные в воде бактерии являются возбудителями кишечных инфекций. В первую очередь уязвимы маленькие дети и пожилые люди, те, у кого более слабый иммунитет. Однако, по данным ангарского отдела Роспотребнадзора, вспышки отравлений в городе пока не зафиксировано. Мария Константинова, Михаил Тырышкин. Местное время.